Как вы думаете, что я сейчас пью? Это не Кока-Кола. Это известно на всю страну. Вятский квас. Сейчас я нахожусь в самом сердце Вятского края, в городе Кирове. Приехал сюда по своим делам, там за учебниками в школе, поступаю в 7 класс. Так что это были мои дела, а сейчас я гуляю по парку в центре этого города, там, где есть аттракционы, и я решил повеселиться со своими родственниками. Вот мои троюродные сестренки, гуляем с ними по парку. Как тебя зовут? Настя. Это Настя. Сколько тебе лет? 7. А, ты уже закончила первый класс? Да. Ну, классно. А тебя как зовут? Избутольна. Ага. А ты в детском садике? Да. Ну, ладно. Хорошо. Ну что, вы готовы повеселиться? Угу. Ну, ладно. Пойдемте. Это не Кока-Кола. Это известно на всю страну. Вятский квас. Обожаю качели. Солнце светит очень ярко. Не знаю, если вы меня сейчас видите. Но вот лодка была просто нечто. Ай. Еще раз сюда пойду. Но без камеры. Пипец. По полной программе раскачаемся. Блин! Какого хрена это было? Что это было?
наша статуя? 17 лет. Что интересно она значит? А соль? Чтобы загадать желание, надо потереть ей пальчик. Наше пузо шашлыками русскими. Вот так выглядит блюдо. Приехал супер молл. Большой молл. Называется он Джамбо Молл. И собрался я сходить в кинотеатр, который называется Киномакс, на фильм «Безумный Макс». И хочу вам рассказать свои впечатления насчет фильма «Безумный Макс». Ну, люди, некоторые критики говорят, что у него нет такого смысла, но смысл офигенный, надо выживать и все такое. Интересный фильм, понравился. Если честно, экшен полнейший, я это уже знал. Секунду отдыха не давал, каждый раз стреляли. И когда я вышел, мы нашли магазин игр для PS3. Я купил Майнкрафт. Буду играть, что ж поделать-то. Люблю игру. Многие люди любят всякие разные игры. Ну вот и все, я закончил гулять по молу. С вами был Максим Азаков. И как всегда, оставайтесь крутыми. This is Maxim Manko with you and you're watching my YouTube channel. Today I'm gonna do show y'all Russian folk dances. I don't know what it is really, so I will show y'all. So let's go in and record everything. Where they're gonna make this big show, the Russian folk dance. So I'm really excited because I never watched it, so I'm ready for it. Let's begin.